Смотрите сегодня вестники Северодвинска. Батареи станут горячими в понедельник, но не везде. Сначала подключат учреждения здравоохранения. Распоряжение о начале отопительного сезона подписал мэр Северодвинска. Когда потеплеет в квартирах горожан, смотрите в начале выпуска. Инспекторы ГИБДД работают в усиленном режиме. В городе Корабелов стартовала акция «Трезвый водитель». А в рейд вышел и корреспондент ГТРК. Сегодня Всероссийский день трезвости. Как отметили его в Северодвинске, репортаж из психоневрологического диспансера. Юбилей празднуют на М8. С момента стыковки Архангельской и Вологодской дорог прошло 30 лет. Накануне завершился первый в истории трассы капитальный ремонт. Угрожал 17-летней девушке топором и лопатой. Житель Онеги обвиняется сразу в двух преступлениях – изнасиловании и убийстве. Увидимся на канале ГТРК сегодня в 19:00.